Их ряды с каждым годом редеют, но память об их подвигах навсегда останется в истории. О тех, кто бился на передовой, о тех, кто в тылу ковал победу, о тех, кто посвятил жизнь Родине, о героях. Одна из таких – уроженка Ульяновской области Галина Лазарева. Ее наград не перечесть. Удостоена звания ветеран труда, ребенок войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1978 году Галине Михайловне присвоено звание героя социалистического труда. Сегодня она в центре внимания. Так, подарки вам небольшие. Этот подарок, конечно, для меня дорог, но самый ценный подарок – это ваш визит ко мне, Алексей Юрьевич. Это такой подарок. Не остались в стороне и те, чьи сердца всю жизнь бьются за своих детей, кто стойко принял судьбу, кто сумел воспитать истинных защитников Родины. Матерям героев губернатор передал книгу памяти, где золотыми буквами вписаны имена тех, кто доблестно служил на благо Отечества. Было бы неправильно говорить, что их с нами нет. Они всегда с нами, они в наших сердцах, в нашей памяти. И мы чувствуем их поддержку. Сразу после глава региона присоединился к возложению цветов на площади 30-летия Победы. Сотни красных гвоздик пали к мемориалу воинов-интернационалистов. И еще столько же к вечному огню. В его пламени даже в морозный день тлеет торжественная память народа о павших героях, борцах за свободу и честь Родины. Герои они есть, герои они будут. Великая Россия, она на своих героях. Вот. У нас жизнь отдает не просто там за деньги, у нас за защиту Отечества и за процветание нашей великой страны, великой России. На подвиги своих предков равняется подрастающее поколение. На площади, гордо держа спину, стоят юнармейцы. Их воспитывают в духе истинного патриотизма. У многих любовь к Отечеству в крови. А потому склонить голову перед подвигом народа для них не обязанность, а зов сердца. Чтобы не забывали о наших войнах, о наших героях, чтобы новое поколение тоже знало, кто защищал эту родину. Звание Героев Отечества носит 147 уроженцев Ульяновской области. 7 получили награду за доблесть, проявленную в зоне СВО. Еще 24 наших земляка признаны героями Российской Федерации. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.